One of the major discussions in all of Pell's letters is the issue of faith and works. Are we saved by faith or by works? And it is connected with the question of who are the sons of abraham? Uh, this question was not only in the new testament. this was the hottest questions in all the jewish world in the first century. all the rabbis с этим вопросом не только Павел. Все раввинеры имели дело с этим вопросом, не только Павел. И все вопросы стемняются от нашего отца Авраама. этот вопрос происходит от нашего прародца Авраама. Потому что есть этот стих в книге Бытия. Бытие 15:6. Питнадцать шесть. 15:6. Говорится, что Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Бог это вменил ему в праведность. Этот стих не такой простой. Потому что если мы читаем в контексте, нужно спросить, что это вообще значит, Авраам поверил в Бога. Потому что он не поверил в Бога. Он не верил Context of the chapter itself that Abraham doesn't believe in God. The chapter starts with this very, very interesting phrase. After these things, what chapter 15 right? Open Genesis 15, mm -hmm. verse 1. It says, After these things. Where else in important chapters, the chapter starts with after these things? И где еще, какая еще глава начинается такими словами после всего There's этого? Things, И интересно, есть еще очень много таких мест, которые так начинаются после всего этого, после всех происшествий. Знаете ли вы какие еще главы? Yeah, but Where Где это? <laughs> <book of> <laughs> Вторая книга личного мнения называется. <laughs> Второе послание личного мнения. <laughs> Бытие 22. Так Бытие 22 yeah. это очень главный Тоже. Yeah. Такая основополагающая глава. So In every place that we have after these things. It means that God is making a test. So if you look at a concordance, you will find maybe more than ten places То найдете где-то 10 10 стихов, которые так начинаются после всех происшествий. И в каждом случае это испытание. поэтому Бог испытывает Авраама. И посмотрите, что там говорится. Бог сказал в Бог сказал Аврааму видение. Не бойся, Авраам. Я защищу, благословлю тебя, вознагражу тебя. А что говорит Авраам? Что ты дашь мне, Владыка Господи? If Abraham, if Abraham was a good Christian, what would he say? Thank you, Lord, praise Jesus, hallelujah! <laughs> <laughs> That's what Abraham would respond <laughs> if he was a good Christian. Right? But Abraham is not a good Christian, he's an Israelite, Hebrew. И он говорит, что ты дашь мне? У меня нет ребенка. Или зер мой распорядителя наследует That's Abraham's response. This is not a response of faith. It's a response of doubt. Right? God says, I will bless you. He says, Okay, give me the price. Show me. Show me how you're going to bless me.

Do you understand? The Hebrew is very unclear because on purpose. The context is Abraham is counting God's promise as righteousness. Yeah. Because Abraham is the subject of verse 6. Потому что в шестом стихе Авраам здесь является э, с подлежащим. Шестой стих говорит о Аврааме, а не о Боге. Подлежащий Авраам. поверил Богу. And Abraham counted this promise of God as righteousness. И Авраам посчитал это обетование Божье праведностью. Logically, that's how it should be read. Логично, именно так нужно это Нет? читать. Потому что в середине стиха невозможно изменять подлежащее. По крайней мере, не в грамматике. Но также и не в английской грамматике. Я не знаю насчет русской грамматики. Прочитаем это на русском, шестой стих. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. on who is on it's with capital letter like god It's written with capital what he oh why in Hebrew there's no capitals yeah okay that that's the Russian commentators yeah. Но здесь не ясно. Оно может быть и так, и так. Логически. Нужно смотреть в соответствии с тем, как стих начался. Авраам поверил Богу. И Авраам вменил ему это в праведность. И response in verse 7,

И Авраам сказал: Бог, как стихе Авраам отвечает: Почему мне узнать, что я буду владеть ею? In other Бог сказал: Я тебе дам эту землю. Авраам отвечает: Послушай, дай мне гарантию никакую-то. This is not a response of the kind of faith that we as consider faith. Не отклик веры или то, как мы христиане считаем верой. Это очень еврейский отклик. Дай мне гарантию. Покажи мне. И Бог говорит, хорошо. Возьми этих животных, рассеки их, и я пройду там огнем. И пришло, ночь пришла. abraham fell asleep. and god passes through the middle of the cut animals. what is the meaning of this covenant? See, we are very lucky. we're lucky generation. because we, we in the last 150 years,

Uh, называется это древние ближневосточные тексты, коллекция. Чарльз собрал, составил yeah. эту коллекцию. И там есть другие свидетельства таких похожих событий, когда человек разрезает животное пополам.

На две части. Вот что это означает. So God says to Abraham, you want some guarantee? Бог говорит Аврааму, хочешь гарантии? Here is guarantee. Вот гарантия. I'm giving you a covenant. Я даю тебе завет. One-sided covenant. Односторонний завет. That if I don't keep my word, если я не соблюжу свое слово, I should be cut in half. То меня тоже разрезать следует на два. Very serious covenant. And he tells him, you, you, you will not inherit for 400 years, your children will serve another nation, they will be strangers in the land. But in the end, your, your seed will inherit this land. Yeah. And I will keep my word. All right. So, the, the, this issue of, of, the, of the faith that, that Abraham believed in God, and either he counted it as to God as righteousness or God counted to him as righteousness, yeah. it, it is modified, modified by chapter 26. When Abraham is talking to Isaac, and he's telling Isaac why he's going to keep this promise of the land. Who's talking? God to Isaac or Abraham to Isaac? So read verse 5. 26 verse 5. Stich. За то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Авраам поверил Богу. Но также Он соблюдал его заповеди и повеление Его. Его Тору, закон. Вы понимаете, так как протестантский мир на этот текст в Римлянам и в других посланиях Павла, что все это основывается на Аврааме. Что теология Павла основывается на Аврааме. That's true in Romans. True in Galatians 3. Through in Ephesians. In Colossians, through in Peter, yeah? all based on this verse in Genesis 15, 6. But if we look at the story of Abraham. Но если мы рассмотрим историю жизни Авраама, который был оправдан верой, мы видим, что Авраам поверил Богу, но в то же самое время он соблюдал повеления, уставы и законы. Тут это так написано в 26 главе. Потому что Авраам соблюдал поведение, потому что Авраам соблюдал уставы, законы Бога. Бог обещает уже Исааку, его сыну, что умножит его потомство и даст ему землю. Потому что за то, что Авраам послушал, согласно моего и соблюдал. Not only because Abraham believed, but because Abraham kept the commandments. So, what do we learn from this? There is no contradiction between faith and the commandments of God. The fact you believe doesn't mean that you don't have to keep. Uh, тот факт, что вы поверили, вовсе не означает, что вам не надо соблюдать. Uh, противоположное верно. Если вы верите, вы должны соблюдать. Потому что ваше спасение в соответствии с Павлом ради той цели, чтобы вы делали хорошие дела, добрые дела. Paul says you were saved by grace for good works, for keeping commandments, for mitzvot. In That's in Ephesians chapter 2, verse 10. Maybe read it. Ефесянам 2:10. Start from 9, so you see the, 2, 9, the context. Вводи мне даже, чтобы в контексте посмотреть. Ефесянам. Ефесянам 2:9 10. Не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. we are saved for good works. and, and when paul says to uh, timothy in First timothy 3 .16, 1 timothy 3.16, that all scripture was given for by the, by the spirit of god for reproof and collection, correction and education. Yeah. Чтобы подготовить человека Божия, на всякое доброе дело, Да, так сказано. У Павла не было Нового Завета. У него только была Тора и пророки. И поэтому он говорит, вся Тора, все пророки, псалмы дано тебе чтобы снарядить тебя на всякое доброе дело. И также он писал о Торе в послании к римлянам. Он пишет в римлянам 7 главе. Он говорит, что Тора добра. Тора духовна. Тора от Бога. Тора от Бога. Римлянам 7, стихи uh, 11 and 12. Потому что грех взяв повод от заповеди обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра. So the Torah is holy. Потому что закон свят, Тора свят, And righteous. And good. Праведна и добра. I don't understand how it's possible. Я не понимаю, как возможно. For Christians что христиане Верят в то, что Тора плохая. Они открывают Галатам третью главу. Verse стих. And it says, for in Christ the Torah a curse. Там читают такие слова, что во Христе. Во Христе Тора стала проклятием. Христос оскупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано, проклят всякий, висящий двери 12 Двенадцатый, давайте. Закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Yeah. И снова 13. искупил Христос нас от клятвы закона, сделавшись клятву кля... закона. Клятва закона. И когда христиане читают этот стих. Закон он клятва. Right? So the Christians read it. They say, oh, what? Они говорят, что Тора это проклятие. That, that's how they read it. That's how they preach it in most evangelical Protestant churches. But then Paul is a schizophrenic and he needs a psychiatrist. Because on the one side the Torah is good the Torah is holy. The Torah is righteous. And now he says that the same Torah is a curse. Is he, is he Dr. Jekyll and Mr. Hyde? <laughs> Jekyll and Hyde? Yeah. Mr. Black and Mr. White? Мистер Блэк и мистер В психологии, в каждом психологическом книге есть вопрос или тот же человек может быть мистер и мистер Блэк. это такой термин для человека, который биполярный или двухполярный У него может быть, он может быть в одно время мистер Блэк, а в другое время мистер Уайт. У него меняется, Но кто такой Павел?

And when they read, they are not paying attention. They say, Oh, here it says the Torah is a curse. <laughs> but what is a curse? It says there, read it again carefully now, pay attention to the grammar. <laughs> 12?

Cursed is the son who raises a hand against his father or his mother. Yeah. There is chapters full of curses. In, in Leviticus, in, 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 in Deuteronomy. Yeah. So what is Yeshua took with himself to the cross?

но зачем соблюдать ли что-то, делать ли что-то, но почему на это нам заповеди? Вот в чем должен быть основной вопрос. И это не вопрос Павла. Это вопрос пророков. Если вы прочитаете пророков, то увидите, что те же самые сталкиваюсь с такими же вопросами у пророков. Можно начать с Исаии 1 главы. 13 стихи до 20. Если вы понимаете эти вещи, вы поймете не только Римлянам, вы поймете все письма Павла. We, deal with the same issues. Если вы поймете это, вы поймете не только послание римлянам, но и все остальные послания Павла. <coughs> Исайя, 1 глава, 13-20. По 20 стихи. Go ahead. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, закрывают вас очи, чтобы... И когда вы умножаете моления ваши, я не, не услышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте гнетенного. Защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег белю, Если будут красны, как пурпур, как если захотите послушать, то будете вкушать благо земли. А если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Такое ощущение складывается, что Бог вообще настроен против религии очень сильно. Он говорит, я не хочу ваших шаббатов, ваших праздников, вашего поста. I don't want you to come to my house. Yeah. Your, your, your celebrations make me vomit. Yeah. Yeah. Right? That's what it says. Literally, that's what it says in Hebrew. I don't want you to come and worship me at all. I want you, what does it, what God wants? Come and talk to me. Придите, поговорите. Have a relationship. Со мной. у нас будут отношения. If your sins are like scarlet, I can make them as white as snow. Если грехи багряна, я их убелю, как снег. Not religion. Не религия. Not keeping commandments. Не соблюдение заповедей. Not keeping traditions. Не соблюдение традиций. But relationship. Но взаимоотношения. Не заповеди. The, the relationship is important. Взаимоотношения важны. Look at Jeremiah chapter seven. Иеремия 7 глава. 7, 23. To get the context, start from verse Для контекста давайте с 21. Так говорит Господь Бог Израиля: все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим, ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорила, не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о все жертвы. Но такую заповедь дал им, слушайтесь глаза моего, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не, прок... не преклонили ухо своего, жили по внушению, упорству злого сердца своего, стали ко мне спиной, а не лицом. Очень трудный текст, потому что "Я не давал такого повеления вашим предкам в отношении жертв и все он дал заповедь или нет? Тринадцать книги только касаются". Sacrifices. Только 13 глав книги Левит говорят о жертвоприношениях Жертва Песах и жертвы Холокости uh, и, и, <laughs> you know, и дня благодарения. There, there is many kinds of sacrifices that God commanded. Есть много все сожжений, которые Бог заповедал. And he says to Jeremiah, no no I did not.

Бог больше любит милость, а не жертву. Поэтому все эти стихи это основание Павла в учении Павла, что спасение никогда спасение никогда не основывалось на соблюдении заповедей потому что соблюдать заповеди легко легко одеть кипу легко одеть цыциты легко шаббат соблюдать легко пасхах соблюдать все эти заповеди легкие и в сравнении с тем, чтобы иметь взаимоотношения, легко жениться, выйти замуж, легко сексом заниматься, легко детей делать, очень трудно иметь взаимоотношения друг с другом. There are people that are married 60 years. And they live together. And they make children together. But they don't have a relationship, heart to heart relationship Но with one another. Сердечных mm -hmm. друг с другом. I don't know, maybe some of your parents that were that way. Может быть, некоторые из ваших родителей так жили. Так, чтобы у них были хорошие отношения, хорошая семья. Хорошая семья, хороший дом, но у них не было отношений друг с другом. И то, что Бог говорит в пророческих книгах. That the basis of salvation has always been the basis of relationship, of faith. But in, in, in the Christian world, faith has become a list of doctrines. If you believe in the virgin birth,

It doesn't mean if you really put your trust in God. Это не подразумевает, что на самом деле всю свою надежду, доверие вы возложили на Бога. It doesn't mean that when you really have a difficult time in life. Это вовсе не значит, что когда вас настигают трудности в жизни. Your faith ваша вера

You have, you have to keep the commandments. Keeping the commandments doesn't save you. вас. Never did. Especially King David. King David lied. Stole. Killed. Dishonored his family. Yeah

И самого Давида царя он делает символом Мессии. The prototype of the Messiah is a sinner. Прототип Мессии является грешником. Bad sinner. Большой грешник, плохой грешник. All the way to the end of his life. И до конца его жизни так. He was a terrible sinner. Он был ужасным грешником. To the very last day of his life, David made some very serious sins. Uh, David his sins were so big that he couldn't get warm. Uh? He, 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 the cold came from inside his heart. Cold, cold. Настолько холодным, как бы он стал, что даже красивые, молодые девушки не могли его согреть. Он одевал кожаные одежды, меховые одежды, ничего не помогало.

shift Они произвели такой большой сдвиг или переориентацию на заповеди. Почему? Потому что это легко. Это можно, по крайней мере, как-то посчитать, количественно измерить. Люди могут посчитать количество ваших заповедей.

And, and I can give you example after example of, of terrible things that God honored and respected yeah. for example the daughters of lot Дочери yeah. Что с ними было? Да, до этого. Лот предложил своих дочерей толпе Садомской, чтобы они их изнасиловали. Помните историю? and in the end, dom is destroyed. his wife turns into a pillar of, 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 of salt. his daughters think that the whole world is destroyed. and they make their father drunk. And they sleep with their father, and they get pregnant, both daughters, and the Torah does not condemn them. The Torah says nothing bad about these two girls. It's one of the worst sins in the world. Это один из самых ужасных грехов в мире, кровосмешение. Дочери с отцом переспали. Они изнасиловали своего отца. Это ужасный грех. Тора ничего плохого о них не сказала. Почему? Потому что по мере, что их отец хотел сделать с

И Тора не осуждает их. И раввины их не осудили. И раввины даже похвалили их. mind. Они говорят, что то, как они себя думали. choice. Что у них не было другого выбора. understand that

В иудаизме есть концепция кавана. Кавана means the Кавана намерение означает. намерение. Yeah. Right без правильных намерений. Every an to God. Любая заповедь становится мерзостью для Бога. Yeah. And with the right kavana, из хороших кавана, хорошим намерением. Даже если вы не соблюдете заповеди, это считается за то, что как вы уже исполнили, исполнили хорошо. Это принцип очень важен в том, чтобы даже понять апостола Павла. Намерение более важно

Was more pure, было более чистым, more faithful, более верным, чем тот человек, давший пожертвовавший тысячу. Понимаете это? Именно в кавана вся разница. Вот почему Павел называет веру. Для Павла вера. Это доверие. And kavana. И кавана. Не доктрина. Вера ⁇ это человек, у которого сердце наполнено чистотой для того, чтобы служить Всевышнему Богу, либо же с чистотой он хочет служить. And that was the problem in Galatia yeah. they were condemned not because they wanted to be circumcised but because they wanted to be circumcised for the wrong reason they were, why did they want to be circumcised there's three reasons given, В Галатянах, почему эти люди хотели быть там три причины, по которым они хотели обрезаться эти люди. Знаете те причины? Первая причина ⁇ это слава воплоти, похвалиться в плоти. Вторая причина ⁇ это Галатян 6, 11, 12. Yeah. To escape persecution. Чтобы избежать гонений, преследований. Это очень важная причина. Или же какая же проблема была у них? The problem was that according to Roman law, И в соответствии с римским законом it was forbidden to change religion. было запрещено менять э, религии, переходить из религии.

присоединились И если они обратились в иудаизм, обрезались, тогда они не присоединились к новой религии. Но на самом деле они вошли в одну из самых древних религий, и они стали частью еврейского общества. And so that they they did it to escape persecution. They did escape. To escape persecution. Yeah, they, they got circumcised in order not to be persecuted. <inaudible> you, you see the text there, right? Yeah. Okay, the third reason. Why they were circumcised? Потому что они думали, что будут они второсортными гражданами, если только не станут евреями. Если они не присоединяются к Моисееву завету, и не станут частью евреевского народа, то никогда они не будут равными

That's what Gal Galatians is dealing with. The same thing is true in Romans 14. And in Colossians, he's not against keeping the commandments. He kept all the commandments. He says that more than one time. Write down those texts and check them. Запишите эти стихи и проверьте сами. Деяния 25, verse 8. Деяние 24, 14-17. Деяния 14, 28, 17. Там очень ясно сказано, в Деянии 28, 17. Вот 28 главе он говорит, я ничего не сделал против моего народа, в смысле еврейского народа. И я ничего не сделал против заповедей И также ничего против традиций наших предцов. Что это значит? Что он соблюл Тору.

I'm just against people misusing the Torah. Я против тех людей, которые неправильно используют Тору. Евреи неправильно использовали Тору, пользовались ей. И когда они сказали, что язычник должен соблюдать Тору для того, чтобы спастись, и язычники тоже неправильно использовали Тору.

Рут, Руф, Иов, Рахав, Раф, Я, Я. Did Rahav keep the commandments? Соблюдала ли Рахав заповеди? Нет точности, не в точности. Соблюдал ли Иов заповеди? huh? omid um, shadik. ah. Huh? nebulia zakon. Noach. ach. da, es noga. we don't know about anything about their keeping of the torah. but we know that they were faithful to God. That they had a relationship with God's people. Yeah. Whether they had a relationship with God's people. don't points to understand Paul. And don't forget the one I gave you this the one Uh, не забудьте то, что я говорила утром. The pronouns. Uh, Не забудьте о местоимениях, не забывайте. когда вы читаете Павла, Обращайте внимание на местоимения. We Мы это еврейские верующие, верующие евреи. вы is the non Это верующие неевреи. если вы читаете так, You would be amazed what kind of revelation you'll get. Okay, I got the sign over there five minutes, so it's time for questions. Tomorrow we're changing the subject completely. We're going to deal with hermeneutics, very, very important. Question uh, Who translated my book to English? I did. You did? I did. Did you use a computer? No. You did it straight? Mm -hmm. Yeah. Are they going to print a copy of your translation for all the students? No. Photocopy? Um, said so that it's not quite right. So I didn't. Well, for, for this class, it's right. Uh -huh. But for uh, publication, it has to be polished mm -hmm. a lot. Not that you did a good job, but uh, but it's not exactly polished. Prophetic. Uh -huh. huh? Yeah. And so yeah. we have uh, some people polishing it. You will get the credit for it. Your name will be there as the translator. But they will fix it a little bit, not mm -hmm. too much. Mm -hmm. They will They will make it into more polished because some of the hebrew concepts there, very difficult to, un to understand and translate to russian. and mm -hmm. so they are more familiar with it. And they will polish it off, mm -hmm. fix it a little bit, and then they will send it to valentin to print. But if we can photocopy it, it would be nice for everybody. At oh. least some of it. I don't know. I'll talk to Valentin tonight. Uh, maybe they if could do it quickly. How many people are there? 20? 16. 16? 16. Yeah. They could do 20 copies very easy and cheap uh, on, the, on a professional photocopy machine. Yeah, we can. Yeah. So uh, we may do it. We'll find out. Завтра мы к германевтике перейдем. Может быть, книгу распечатаем. Очень важная тема. Какие-то вопросы есть? Да,

Of course, that's the most difficult. Конечно, это самая тяжелая жертва. It's easier to to kill an animal. Легче животное убить. <laughs> yeah. Some people take pleasures in killing a cat. Некоторым людям вообще балдеть от того, что убивают котов. But it's very difficult. Но очень трудно. To sacrifice yourself принести жертву себя. Нам заповедь такая дана. Принести себя в жертву. И более чем одним способом. И этому нужно церковь учить. Церкви нужно научиться приносить жертву. drunk with в настоящее время большинство рожденных свыше церквей опьянели от новой теологии, теологии успеха, успеха И это ложь. Единственные люди, которые обогатятся от этой теологии, это пастора. Хороший пример этому в Киеве, у вас в Украине. Business logia, yeah, for the pastors. Yeah. yeah, business logia is okay. For the pastors, I have a friend who is a very, very large church in Dallas that I teach every year. He's Jewish. And every service, he starts with the phrase

И также другие есть пастора, очень big churches, известные очень огромные церкви, что они свою жизнь спустили как бы в унитаз либо в мусор мусорный банк, выкинули из из-за этого вида теологии. Нам следует научиться приносить жертву нашу жизнь. Our money деньги, our honor uh, почет, уважение, Our respect in the world yeah. It's a kind of sacrifice, but Yeshua of course fulfilled the prophecies of Daniel.: And he gave the ultimate sacrifice of his life.: своей принес all the other sacrifices ended yeah. any other questions yes Sikda, sikda, yes, it's always true. It's always true. Why a person sins? Why a person sins? It's a very, very big Jewish principle. It's a very, very big principle. We say, pikuach nefesh, dochayd kola mitzvot. Most of the preservation of your life mitigates all the commandments. Mitigates. In other words, it puts aside all the commandments. Preservation of your life. Preservation of your life. Puts aside all the commandments. In order to save your life, you can break the Shabbat. In order to save somebody else's life, you can break the Shabbat. In order to heal the sick, you can break the Shabbat. To the sick, you can Very, very interesting. Stories in Israel of how very big rabbis Очень интересная настоящая история из Израиля, когда the Shabbat. один такой известный раввин нарушил шаббат. Он даже Йом Кипур нарушил. in history. Он один из самых величайших раввинов в истории. In, in the 17th century. века тогда он жил. In Italy. В Италии. Rabbi David Luzzatto is his name. Давид Луцато, раввин. Yeah. On, on Yom Kippur, brought food to the synagogue. He put it on the table where they read the Torah. He lifted the Talit and he started eating on Yom Kippur in front of all the synagogue. And he told them, Go home. Go cook and eat. Он сказал им, идите домой, приготовьте э, и покушайте. Потому что это было во времена черной чумы, когда тысячи людей умирали. Он не хотел, чтобы евреи ослабляли свой организм, чтобы они постили целый день. And he sent them home to eat on Yom Kippur. The laws are there, but they are not the most important thing. And, and I, we read from Isaiah, we read from Jeremiah. Yeah, we could have mentioned Moses, we could have mentioned. Можно было бы Осию упомянуть остальных всех пророков. Даже сам Ишуа сказал фарисеям, что легче сказать человеку, будь исцелен или сказать, твои грехи прощены. Тот же самый принцип. We're talking about on Shabbat. Yeah. It, it, it's okay to lie and to steal, like the like the Polish monks and monasteries uh, and nuns did during World War II to save Jewish children. делали польские монахи для того чтобы спасти еврейских детей any children. еврейских детей или вообще любых детей. Если у вас есть выбор солгать либо спасти ребенка, что вы сделаете? Вы бы солгали. Но ложь это же грех. You would вы бы украли, to чтобы накормить ребенка. But Но воровство это же грех. And we need to learn нужно понять, что все это относительно yeah. или же sin в отношении is, к всему тому, что нужно выбрать. Соблюдение заповеди это абсолютная истина, а грех не абсолютная.

He was an example. потому что он был примером But но if else did it, если бы кто-то другой это сделал it would be ничего бы не было mm -hmm. yes. uh, вкусная тора говорит что можно нарушить Любые заповеди, кроме трех. Идолопоклонство, кровосмешение и убийство. Почему, are, почему the, эти три заповеди есть? Эти три заповеди человек должен умереть, отдать свою жизнь и не совершить этого. Почему? Потому что это заповеди, that reflect on the whole community not only on your life in other words if you as a leader especially as a leader worship idols the other people will say if moses and aaron can do it We can do it also. люди скажут, Моисей и Арон это делают, мы yeah. тоже это можем. Поэтому человек должен отдать свою жизнь и не подвергаться идолопоглонству. Второй случай кровосмешения. Кровосмешение — это нарушение всех законов природы. Можно сказать, кровосмешение разрушает ДНК человечества, сущность человечества. И по этой причине You should die and not sin. Because you're not sinning only against yourself. You're sinning against the very nature of God's creation. And they stoned to death. And the third one was uh, what was it that you said? No, it's not murder. No, that's not a sin. It is. It's a special kind of murder. In other words, if you have ten friends and you uh, are asked to kill one of them then you die all ten of you die and don't kill one yeah you Again. die yourself but you don't choose one that's the kind of of obestva yeah but mm -hmm. if it is your your choice yeah to to die or to kill you should kill yeah if if if, if somebody comes to to kill your family According to Judaism, and you don't убить. protect them even with your life yeah. or with the, the life of the жизни. criminals, yeah. you're a criminal. Yeah. You have to protect even if you have to kill. Soldiers in the army are commanded by the Torah to kill. Даже солдатам в армии приказано Торы убивать. Иногда даже убивать женщин и детей. Это Тора, и в ней ясно это сказано. Поэтому это не простое убийство. Это убийство, но запрещено, когда вы ставите себя на место Бога и нарушаете весь порядок. В этом случае вы умираете, вы не убиваете. Но просто убийство не является непрощаемым грехом. Мы не изобретаем свою собственную Галаху. У нас есть Тора, у нас есть пророки, у нас есть Новый Завет. Этого достаточно. Иисус дал нам стандарты Ишо оставил нам стандарты, uh, с помощью которых мы можем понять заповеди. И этого достаточно. И всякий раз, когда люди ставят себя на место Бога, либо на место судей, и начинают изобретать свою собственную Галаху,

Yeah. <laughs> there is no community. <inaudible> <Yeah>. <inaudible> we have 2,000 years of jewish halacha. У нас есть две тысячи лет еврейской Галахи. Иешуа сказал, что что фарисеи учат вас делать, делайте, исполняйте. Разве это недостаточно, разве это не ясно? Иешуа фарисеи сели на Моисеевом седалище, он говорил. У них уже две тысячи лет опыта Галахи. Кто мы такие, что мы будем свой Галаху изобретать? если Валентин завтра изобретет Галаху, кто послушает его. I guarantee you, я тебе гарантирую, that even his wife will not listen to him. даже его жена не послушает. И вы понимаете, я не критикую его. Это факт. Если я изобрету Галаху для моей общины, даже если комитет соберут целый, и комитет изобретет Галаху, то половина общины уйдет. Это реальность всех протестантских реально всех протестантско-евангельских комитетов. Все, что противоречит Торе, не обязательно этого слушаться. Do what the Torah says. Делайте то, что Тора говорит. I want to see a messianic community. Я хочу увидеть мессианское сообщество. That will give me a loan Ленд мне 100 Который даст мессианский комитет который бы дал мне заем в 100 тысяч долларов. Без процентов. Потому что в Торе написано, что нельзя брать процентов со своих братьев. So so all this talk about messianic halacha. Поэтому это нонсенс, весь разговор о Мессианской У нас есть фарисеи. Они создают Галаху. Всякий раз, когда Галаха не противоречит Торе, мы должны Their decisions. Нужно уважать их решения, потому что Ишо так сказал. They made the halakha. Они создают галаху. Почему не кушать в соответствии с галахой? want to Мы же хотим отождествить себя с еврейским обществом. You know, the last time I was here. Последний раз, когда я был здесь. Yeah, В Москве, принц. Все, о чем они говорили, это о Галахе. Рабби Ефим говорил о Кашруте. And then they brought sandwiches for lunch. А затем принесли сэндвичи на обед. Бутерброды. А я спросил, это кошерные бутерброды? They said, no, kosher is too expensive. Они говорят, нет, кошерные слишком дорого. Но что за Аллаха вообще? Как ребенок начните. Начни делать то, что ты можешь сегодня. Нет никакой необходимости создавать наполовину языческие мессианские комитеты для создания халахи. Nobody's going to listen to it anyway. Yeah. Nobody appointed Dan Jaster as the, the Pope. And not Valentin or Wayne. <laughs> <laughs> yeah. We have Allah. -ha. 2,000 year old Allah. E it's good Allah. Paul went according to it. Mm? Pavel went according to the halakha. <laughs> Павел следовал этой голохи. Он сказал, я ничего не сделал против традиции наших предков. Если это устраивало Павла достаточно, то и для нас тоже должно устраивать. Во-первых, он обращался к апостолам, а не к нам. И он говорит, любой галаху, какой вы создадите, будет принято на небесах. Вот в чем сущность этого текста. Нет. Да. Да. И также в следующей главе там идет описание необходимых качеств апостола. Такая дискуссия у меня же была две недели назад с Даниилом Джастером. И мы согласились.

Потому что только католическая и только греко-православная церковь. Они заявляют, что у них преемственность есть, власти. Что теперь не уже не Писание власть имеет, а церковь обладает властью. И мы говорим как фарисеи. The authority is in the written word of God. If not, we can throw the Bible away. Yeah. Like they did. Yeah. So I, I stick to the fact that the Bible is my only authority. not decisions, not decisions of any sabor.

Uh, New Testament uh, writings the same, have the same authority as Old Testament writings? Because when all they. All authority flows from the bottom to the top. The Torah is the basis of all authority. The prophets, Prorokhi, the writings, Pisaniye, and the New Testament. Zavet. One is based on top of the other.

История. Торы. Потому что он учил, Тора основание всего, как в принципе любой фарисея так говорит. И это Иешуа сказал, что фарисеи сидят на сели на Моисеевом седалище. Что? Что? Он сказал, фарисеи сели на Моисеевом седалище. Поэтому, если вы хотите соблюдать Шаббат, либо кушать кашер, почему бы не кушать кашер так, чтобы любой еврей мог увидеть и признать, что вы кушаете кашер. Because if you start inventing your own kosher laws, Потому что если вы начнете изобретать свои собственные законы кашера, то люди вас не признают даже, что он ест кашер. Евреи скажут, да, какой там кашер, он сам себя обманывает. Еще один пример. Допустим, я очень интеллигентный человек. And I found, I found uh, a university in Zimbabwe that I can get a degree in neurosurgery by correspondence on the internet. Нейрохирург через дистанционное обучение. And и через три месяца и за три тысячи долларов I can get a degree doctor of neurosurgery. я получу диплом нейрохирурга. Я повешу этот диплом на Доктор Джозеф Шулам, нейрохирург. Robert Mugabe signed in the bottom. Robert Mugabe with Kazabubo. You know? And now did, did it make me a neurosurgeon? Will you bring your son for me to operate on him? Yeah?

Если мы не противоречим Писанию, тогда все нормально. Всякий раз, когда это противоречит Писанию, давайте делать то, что говорит Писание. Нам не нужны новые комитеты, новые соборы, новые главы. Мессианский Галаха. Let's release the people here because he already had the sign several times. And then come to me privately, we'll talk. Maybe somebody can close in prayer and.